Это не тот Алексей Кардиев, который вице-премьер возглавляет Федерацию дзюдо российскую, нет? Нет, он слишком молодой для этого возраста. Но у него все впереди. Итак, спасибо Дмитрию, мы еще спасибо, с ним будем общаться на этом турнире. А сейчас очередной поединок, финальный, и на ковер вышли женщины. Это весовая категория до 72 килограммов. И опять, ну и как во всех финалах будут российские спортсменки, Светлана Гальнант, это самая знаменитая... Нет, не самая, одна из самых знаменитых, трехкратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы. Самая знаменитая будет сегодня чуть позже. В красной куртке. А вот ее соперница Кузнецова Мария, это Белоруссия. Она серебряный призер чемпионата Европы этого года. Ну, опять понятно, что хорошо друг другу знакомы, регулярно встречаются, встречаются в финалах. Конечно, мотивация у белорусских очень высокая. Ну и у Светланы Гальнант не меньше, потому как, вы знаете, вот настолько приятно быть победителем, быть первым, быть сильным, выиграть у всех, что, наверное, насытиться этим невозможно. Даже вот приведу в пример нашего уникального спортсмена Бугасара Сайтиева, это вольная борьба. На мой взгляд, в составе всей российской команды его золотая медаль, наверное, весит больше всего вот, на Пекинской Олимпиаде. Это мое личное мнение. Четвертая Олимпиада у парня. И я с ним не так давно разговаривал. Говорю, Бугасар, ну вот что дальше, какие мысли, чем заниматься. Потому что мне кажется, что вот такому парню, наверное, может быть и политикой по плечу заняться. Может быть бизнесом, может быть тренерской работой. А он нет, говорит, я отдохну еще, хочу побороться. Вот на турнире Ирыгина, говорю, подожди, слушай, ты, ну, четвертая Олимпиада. Неужели ты не все еще доказал себе, окружающим? Он говорит, а ты знаешь, я получаю от этого удовольствие. Вот мне нравится. Я говорю, ну, ты же можешь проиграть. Уже возраст все-таки, молодые наступают. И вот эта фраза меня окончательно сразила. Его заключительно, он говорит, а я должен проиграть. Он не боится этого. Он говорит, что таков закон жизни, таков закон спорта, как части жизни. Ты должен уступить место более сильному. Хороший бросок через спину. Быстрый перехват захватов. 4 балла с падением. А это уже весомая заявка в таком поединке. Немножко торопится увеличить свой успех. Слишком длинный захват. Соперница сдерживала руками. Мне кажется, уже такой задел позволяет Светлане работать в своей манере. Пусть белорусская Кузнецова рискует. Света сможет ее еще поймать, еще доказать раз. Так, спокойно вывела за ковер. Разрядила обстановку. Захват есть, первый заходить. Ну, правильно, тренер говорит, работать первым номером, есть захват и контролировать соперницу. Торопится, не подготовилась сейчас, торопится. Видите, 2:35, осталось очень мало времени, чуть больше минуты до конца. Ну и Мария Кузнецова как-то побаивается идти в атаку, в захват.
А вот это выгодная ситуация. Даже если не пойдет болевой прием, а на него садится уже Света, время уходит, а она ведет, для нее это выгодно. Кладет соперницу. И вот Санька рука остается в удобном положении. Света, по-моему, болевой не торопится делать. На проведение будет дано 20 секунд. Вот судья должен был посмотреть, что неаккуратно она ногой в лицо соперницы упиралась. Там арбитр контролирует. Вот что-то девушки сказали друг другу там в партере. Нет, она очень тактически грамотно делает. Не торопится делать болевой, смотрит, уходит время. Остаются считанные секунды. Вырабатывает вот это время, выгодное для себя. Ну и четвертая золотая медаль. Чемпионка мира. В очередной раз. Уверенно, грамотно. Технику показала, тактически вторую половину очень грамотно построила. Болевой прием победила Светлана Колян, Россия. Как-то расстроилась Мария Кузнецова. И, видимо, вот та реплика была, я думаю, что вызвана тем, что, я не знаю, сумеем ли мы этот повтор увидеть или нет, когда на болевом сидела наша спортсменка ногой в лицо, конечно же, я обратил на это внимание, и судья должен был. Видимо, вот Мария Кузнецова своей репликой там и высказала возмущение нашей девушки. И Андрей Казахстанов. Да, Татьяна, сейчас закончатся повторы. Вот этот момент как раз, видите, ногой, видимо, почувствовала, что не совсем случайно получилось у Светланы, Мария Кузнецова, вот и высказала свое возмущение. Итак, пожалуйста, да, вам слово, Таня. Светлана, в четвертый раз. Вот знаем, что сейчас самбо исполняется 70 лет. Вы так же уверенно, как вот и самбо, да, которому 70 лет, по человеческим меркам, это примерно это пенсионный возраст, да, вы чувствуете себя здесь вот уже ветераном, пенсионером, так сказать? Ну, так скажем, пенсионером-ветераном нет, но мастером чувствую. Потому что я заслуженный мастер спорта, звание просто так не дают. И за это звание я хочу сказать спасибо своему мужу-тренеру Сайдамину Садоеву, то, что вот он помог мне, нашел во мне тот камень, алмаз. И хочется, чтобы наши российские борцы показывали хорошую борьбу. Сколько еще раз вас увидим здесь, сколько еще медалей ждать от вас? Чем больше, тем лучше. Мне хочется, конечно, побольше. Я люблю число 5, люблю число 10. Но, сами знаете, мастера живут долго в спорте. Спасибо еще раз победу, вот так вот уверенно и методично Светлана довела.